Ну вот, друзья, результат сегодняшней трудовой рыбалки. Приходилось держать камеру в кармане, и после поклевки и вываживания рыбы только доставать. Потому как камера обмерзала, да и все обмерзало. Рыбачил при минус 25. Ну так, минус 23, минус 25. Серьезная такая температура. Ну, эти 15-16 окуней стали наградой за упорство. Лухозимье, бесклевье. Ну как? Поймать-то можно. Стараться нужно. Ну вот, на этом все. Праздничная рыбалка закончена. Всех с праздником. Привет, друзья. Я на рыбалке. Поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю всем добра, мира в семьях. Самое главное, хороших, полновесных уловов. Всем ни хвоста, ни чешуи. Желаю вам того, что вы сами себе желаете. С праздником всех! С наступающих и с наступившим. Ну и как вам видох? Видон. Вот это при минус 25 такая полынья. А я на льду сижу. Вот даже какие экземплярчики выпадаются. Не замерз. Надо его скорее в лунку. Во. Замерзнет. Оп. Ну вот такие пейзажи. Февраль. Время пейзажей, а не время рыбалки. Вон какой-то еще мученик рыбачок. И все. Мышка. Ну так вот. Вот такая мормышка. Это нам совсем не... За все отъеденные мормышки расплатится. Одна такая. Сейчас приготовьтесь, уникальные кадры с плотины ГЭС зимой.
Впечатляет? Я знал, что впечатлит. Минус 25. Замерзает при любой температуре. Белое безмолвие. Один из самых любимых рассказов у меня от Джека Лондона. Как раз вот я его и вижу перед собой. Лед и снег. Одинокие фигуры рыболова. Клёва нет совсем. Минус 25. Буду снимать, доставая постоянно из кармана камеру. Не прошло и 2 часа на рыбалке, я выудил вот такого красавца. Первый. Так буду и снимать. Такой особый тип съемки получается. Каждый раз прячу камеру в карман и снимаю. Пойманных окуньков. Иначе замерзает, черт, а минус 25. Да еще с ветерком. Минус 23, дело уже к обеду, а я продолжаю ловить, доставая камеру из кармана, когда происходит эта редкая поклевка. Ну вот у нас это по счету 4-й лед стал. Такие малыши ловятся. Минус 23 сейчас показывает. Да еще и с ветерком. Вон волну гонит. Такие у нас дела. Глухозимье продолжается. Красота.
клюет настолько редко, что приходится из кармана доставать камеру и снимать, когда что-то выловил. Ну, в 40 минут одна поклевка. Вот такой он четвертый лед и глухозимье полное. Пройдемся, погуляем. Все равно ничего не остается делать. Бесклеевая тотальная. Ну, в час одна поклевка, ну что это? Еще и ветер. Сейчас будут прикалываться, отключусь. Клюет исключительно плохо. Камеру даже не достаю, держу в кармане. Достаю только когда какая-нибудь рыбка поймана. Ну там он же личник стал. Ничего там у него пока. Какой красивый лед, да? Рыбачки. Вода шла поверх. У нас четвертый лед. Поверх. Ну там четырехслойный лед. Поверх шла вода. Тут так красиво получилось.